Привет! Сегодня хотим рассказать вам про конфетти, которые лучше всего использовать на улице. На улице лучше всего использовать бумажные конфетти. Бумажные конфетти у нас представлены в различных формах, в различной цветовой гамме. Также на улице лучше использовать, идеально было бы использование растворимого конфетти. В чем преимущество и в чем различие бумажного от растворимого? Бумажное конфетти, оно достаточно яркое по цвету, то есть при дневном освещении оно будет выглядеть очень эффектно. Растворимое конфетти, оно, как видите, такое более прозрачное, блеклое, не такое яркое, как бумажное. Но преимущество растворимого в чем? При контакте с водой, сейчас мы продемонстрируем вам, оно мгновенно разлагается. То есть, как видите, от него ничего не остается. Это самое главное преимущество растворимого конфетти. Бумажное так не растворяется. В чем еще, так сказать, плюсы бумажного? Оно достаточно легкое, достаточно тонкое и очень хорошо утилизируется после проведения праздника. Ну, то есть, так как оно из природного материала состоит, поэтому его, в принципе, легко убрать. В чем еще преимущество бумажного конфетти? Бумажное конфетти, оно пожаробезопасное. То есть оно не горит. Мы сейчас вам это продемонстрируем. Зажигаем. Как видите, еще раз, оно загорается, но не горит. Сейчас мы вам продемонстрируем то же самое, но с обычной бумагой. Зажигаем. Видите, бумага загорается, начинает гореть. Итак, но не советуем использовать вам растворимые конфетти при работе с бластером, так как при работе с бластером оно будет превращаться в пыль. Растворимые конфетти идеально подходят для выдувания и для выстрелов из пневмопушек.